Добрый вечер, уважаемые любители хоккея. Ростех, Национальная корпоративная лига, представляет вашему вниманию матч дивизиона «Стеклянный» между командами ГЭС-2 «Россельхозбанк». Звучит гимн Российской Федерации.
За подножку Малыш штраф. Наказан Владимир Бурлаков, номер 5, команда Россельхозбанк. Yeah!
Thank you.
Команда Горсгвардии в полном составе. Шайбу забросил Роман Перемцевич, номер 43. Последняя минута первого периода. Объявляется перерыв для заливки льда. Thank you.
Следующий Дмитрий Быкова, номер 11. Шайбу забросил Константин Красов, номер 10. Thank you.
штрафным штрафом. Наказана команда ГЭС-2. Задержку времени игры наказан Антон Ермаков, номер первый, команда ГЭС-2.
команда «ГОС-2» играет в полном составе. За подножку малым штрафом наказан Константин Кольцов, номер 10, команда «Росатом-2». За удар соперника крыши малым штрафом наказан Сергей Мехин, номер 10, команда «ГОС-2». Какой он без шести играет, блядь! Играй свободно!
Команда «Россельхозбанк» играет в полном составе. Следующий Андрей Телешков, номер 37. Шайбу забросил Роман Клинцевич, номер 43. Thank you.
Последняя минута второго периода. Thank you.
За задержку соперника клюшкой малым штрафом наказан Алексей Желтяков, 18-й, команда «Росгосбанк». Команда «Россельхозбанк» за 30-секундный перерыв. Thank you.
Я сплю вперед. Я же это хотел. Усуд не могу. Ты спидор. Thank you.
За грубость с малым штрафом наказаны команде КС-2 Сергей Коченков, номер 15-й, команде АМАЗ-2, Сергей Митин, номер 79-й. Thank you.
Команда играет в полном составе.
нарушение поведения и дисциплинарную штрафу наказан Андрей Кирюшов, номер 37, команда «Россельхозбанк». Забежь.
вызывал Шуману штрафа. Наказан Евгений Тищенко, номер 88, команда КС-2. Матч окончен. Со счетом 5-4 победа одержала команда КС-2.